Доме детского творчества состоялось торжественное закрытие летнего лагеря «Радуга талантов». За весь период смены детям удалось весело отдохнуть. Они смогли раскрыть свои творческие способности и на торжественном закрытии летней смены продемонстрировать навыки приглашенным родителям. По окончанию концерта детям вручили памятные грамоты и сладкие сюрпризы. Каждый ребенок был по-настоящему счастлив. Дети – цветы жизни. 17 июля в Доме детского творчества завершилась вторая смена детского летнего лагеря «Радуга талантов». Каждый день смены был действительно насыщенным для ребят. Они веселились, играли и получали новые знания. Вожатые педагоги сыграли немалую роль в воспитании молодого поколения. Они помогали детям социализироваться в обществе, прививали им любовь к творчеству, знакомились с новыми ребятами, помогали раскрыть свои таланты и делились бесценным опытом. Летняя кампания 2019 года успешно закончилась. Чему мы несказанно рады, потому что год был очень тяжелым. Мы очень много провели мероприятий, не только нашего внутриучрежденческого уровня, но и уровня города, и даже уровня края. Мы принимали очень многие организации, делились своим мастерством, делали мастер-классы. Конечно же, подошли во всеоружие к летней оздоровительной кампании. У нас были подготовлены дети-вожатые, которые занимались целый год, получили свидетельство. И вот на практике они показали свою работу. Главный педагог Татьяна Николаевна Шишмарева рассказала нам об организации летнего лагеря «Радуга талантов». На торжественном концерте, посвященном закрытию летнего лагеря «Радуга талантов», многие дети смогли порадовать присутствующих зрителей своими умениями в музыкальной сфере, игрой на гитаре, пением, игрой на блокфлейте. Помимо обучения или закрепления навыков игры на музыкальных инструментах, вожатые Дома детского творчества в течение смены также обучали детей хореографическому искусству и ставили полноценные танцевальные номера. Дети поделились с нами своими впечатлениями и рассказали о незабываемых эмоциях, полученных за время нахождения в летнем лагере. Мне больше всего понравилось, как мы играли в «Казаки-разбойники». У меня появилось очень-очень много новых друзей. Мне очень понравился этот лагерь, потому что тут очень весело. Я буду скучать по лагерю. Я играл с друзьями, я лепил, мы делали всякие поделки, мы много чего делали. Мы тут и концерты устраивали, и праздники справляли, мы тут все делали. Завершилась летняя смена по-настоящему ярким торжеством не только для самих ребят, но и для их родителей. Молодое поколение продемонстрировало все свои творческие способности и удивило как присутствующих зрителей, так и всю съемочную группу. В детских глазах светилось счастье и в то же время грусть. По завершению смены ребята не хотели расставаться со своими вожатыми, педагогами и поистине радостным временем. И поэтому дети с уверенностью сказали, что обязательно вернутся сюда и в следующем году. Мы первый раз ходили в этом году в этот лагерь. Очень понравилось нам. Все воспитатели хорошие, вожатые хорошие. Ребенок ходил с большим удовольствием. Очень много эмоций. Мы с хорошими эмоциями уходим в отпуск. В завершении концерта каждый ребенок получил памятную грамоту и сладкий сюрприз. Впереди ребят ждет по-настоящему яркое лето в кругу родных и близких людей.